Отдых в детском лагере – это про активные флешмобы, командную работу и посиделки у костра за гитарой. Автором насыщенной программы отдыха выступают вожатые. Дети их называют «душа компании». Однако перед тем, как открыть смену, кандидаты на важный пост проходят обучение. Занятия организованы в интерактивном формате. Его ключевой элемент – упражнение на взаимодействие друг с другом. Как шутят сами студенты, кандидаты-вожатые важно уметь не только коммуницировать с детьми, но и петь, танцевать, ориентироваться в любой ситуации. Мы уже изучили особенности возрастов, как с ними работать, какие мероприятия нужно проводить. Были у нас также интенсивы, где мы игротехнику проводили, учились, делились опытом, какие игры нужно провести в той или иной ситуации, там познакомить ребят, выявить лидера. Всех вожатых готовят не просто к смене, но и к атмосфере конкретного лагеря. Например, в зависимости от его расположения, направленности или возрастной категории детей, программа занятий может варьироваться. Тереза этим летом поедет в Светлячок. Это уже 7-я смена девушки. Каждая из них длилась 5-7 дней. Всего Светлячок в этом году ждет 20 новых вожатых. Первую смену откроют 6 июня. Когда вот мы занимаемся с вожатыми, в школе вожатых мы смотрим, наши руководители от педотряда смотрят, заместитель по учебно-воспитательной работе, мы смотрим, отслеживаем, уже сразу определяем сначала, по своему мнению, с каким контингентом возрастным какой человек может справиться, уже делаем наброски, и потом, когда будут вот зачетные мероприятия, инструктивы, там уже будем компоновать именно вожатых по команде. На один отряд из 20 ребятишек приходится 2 воспитателя и 2 вожатых. Цель у них общая – сделать отдых ребенка продуктивным и запоминающимся. Всего в этом году в школе вожатых проходит обучение больше 200 студентов. Перед тем, как получить распределение в отряд, ребятам предстоит итоговая аттестация. Летом 2024 года в регионе будут работать 538 организаций детского отдыха. Это 26 загородных лагерей, 375 школьных с дневным пребыванием и 134 лагеря труда и отдыха. Заявочная кампания уже началась. Узнать подробности можно на сайте лето73.ру. Александра Никитина, Герман Баранов, УПравда ТВ.